Ценообразование вообще важная часть, составляющая часть рыночной экономики. И важная составляющая часть рыночной экономики и наиболее такой важный участок маркетинговой работы, важный и сложный. Но при этом получится, что стоимость клубной карты может быть там достигать 100 тысяч рублей. Ну, понятно, что это невозможно, да, это... Нет, как бы это возможно в зависимости от проекта, который сейчас находится на рынке. Этот затратный метод хорош для совсем мелких предпринимателей, а скорее даже не предпринимателей, а ремесленников, да, то есть когда они что-то делают своими руками, то есть они понимают, что они потратятся на какой-то вид сырья, и к этому сырью там смастерят какую-то, не знаю, какой-то товар, какую-то игрушку, продукцию, да, сделают свою наценку, и вот это будет стоимость, которую он уже будет предоставлять на том рынке, на котором он работает. Если это рынок сувенирной продукции в каких-то регионах, то там, собственно говоря, особенно выбирать не из чего, да, то есть люди, которые туристы туда приезжают, они в любом случае это купят по той цене, которую ремесленник у них запрашивает. Я думаю, что сейчас вопросов там очень много. 7. Извините, я пропустил 3.